предложение переименовать Волгоград в Сталинград? Насколько оно? Мне кажется, оно совсем некорректно, потому что сейчас уже, ну, Волгоград как бы звучит, мне кажется, красивее. К тому же уже зачем возвращаться в прошлое, если... Ну, то же самое, что если, допустим, переименовать Путинград. Ну, это уже хотя бы в современное время. А возвращаться к Сталинграду я не имею смысла, мне кажется. Те, кто хотят переименовать Сталинград, они просто, может, думают, что все забывают про те времена, про ту войну. Мне кажется, что это не так. Все помнят. Но не нужно на таких крайностей приходить. Я думаю, что это будет как бы очень много затратное. Поэтому, конечно, хорошая идея, но надо это делать более профессионально, чтобы ты быстро все документации, все это. Я считаю, что нужно оставлять имя города такое, какое у нас есть сейчас, потому что неспроста исторически было сложено переименование нашего города в Волгоград. Все-таки наш город находится на Волге. Я очень горда тем, что у нас такой прекрасный город, он находится на реке. И поэтому, конечно же, в названии Сталинград есть особенность своя, но все-таки это история, которую мы, несомненно, должны помнить, но в первую очередь мы должны думать о будущем. Времена правления Сталина уже канули в лету, поэтому все-таки мы живем в Волгограде, в современном городе, с новыми возможностями, перспективами развития. Волгоград – это город на Волге, а не город Сталина. Он никогда не был городом Сталина. Ну, я надеюсь, что и не будет. Дело в том, что Сталин здесь, ну, в гражданскую войну наделал много бед. За это его в 25-м году, да, ему город его именем назвали. А то, что войну, Сталинградская битва, она как была Сталинградской битвой, так и останется. И у нас, и у наших потомков в памяти. А город должен быть Волгоградом. Мне кажется, это вызовет определенного рода неудобства с документами у жителей города. Все всегда знают и помнят, что город действительно был Сталинградом. И я думаю, это не важно, как его зовут сейчас. Не знаю, лучше уж Царицын тогда. Я против этого предложения, потому что и Волгоград, и область Волгоградская сейчас в долгах. Это будет очень дорого стоить, переименование, переоформление всех документов. От того, что переименуем город, жить лучше не будем. Вот. А историческая память, ну тут я затрудняюсь, конечно, сказать. Но ведь еще и это, вряд ли вас устроит такой ответ. Начало войны, все это отступление, все эти потери, это ведь тоже вина Сталина.